С января на территории Московской области запущен проект «Передай добро». Его проводит Фонд поддержки семьи, материнства и детства «Московия» совместно с победительницами всероссийского конкурса «Леди России». Я хочу сказать огромное спасибо фонду, который обратился именно в нашу школу и пришел именно к нам и оказал адресную поддержку. Так хочу сказать также большое спасибо нашим классным руководителям, которые мы спросили вот в каждом классе, есть у нас, и первыми вот у нас откликнулась Любовь Александровна и Светлана Юрьевна. Поэтому вот знают классные руководители наши каждого ребенка в классе и знают, кому мы должны помочь. А семьи у нас эти очень замечательные, дети очень воспитанные, хорошие. Поэтому очень рады, что вы поддержали их. Спасибо вам большое. Организаторы мероприятия пообщались с директором 16-й школы и узнали о том, что есть две замечательные семьи, которые нуждаются во внимании и помощи. Классные руководители деток из многодетных семей рассказали, что материальная помощь для этих ребят стала бы неоценимым вкладом. В обеих семьях воспитываются по трое детей, а это достаточно тяжело в наше время. Сегодня мы постарались внести свою лепту в воспитание и вложение помощи двум семьям, которые учатся в средней школе номер 16 города Одинцова. И надеемся, что это маленькая помощь на пути к тому, чтобы дети намного больше получили образование, воспитание, и в дальнейшем им легче было осуществлять свою творческую деятельность. Снежана Монакова преподнесла мамам полезные подарки. Это одежда и необходимые для учебного процесса канцтовары. Поскольку сейчас весна, и вообще такой праздник, когда природа оживает, яркие краски, очень много тепла и солнца. Я желаю, чтобы у вас было солнечное настроение, радостное, чтобы в семье всегда был уют и тепло, чтобы все хорошо, все мечты сбывались. Спасибо. Большое спасибо. Чтобы вы держались крепко, воспитывали своих детей, всегда не чаяли в них души, вкладывали, чтобы вам помогали и школа, и учителя. И мы будем по мере возможности помогать, чтобы все у вас в жизни было хорошо. Это уже небольшой от нас подарок. Возьмите. Этих мамочек выбрали не случайно, ведь они успевают заниматься не только воспитанием детей, но и сами принимают активное участие в жизни школы, патриотическом и творческом развитии ребятишек. Одна из мам призналась, что всегда мечтала о большой и дружной семье. И если была бы финансовая возможность, то с радостью родила еще одного. Трое детей у меня. Самый старший вот Ваня, он в третьем классе, ему 9 лет. У меня еще есть дочка Саша, она вот в первом классе учится вот тут недалеко, на первом этаже. И у меня еще есть самая маленькая, наша самая любимая Анечка. Ей в апреле будет 2 годика. Наша любимица, баловень наш в семье. В неформальной обстановке за чашечкой чая еще долго шло дружеское общение. Организаторы акции поблагодарили руководство 16-й школы, которые отнеслись к данному мероприятию с большим вниманием и добротой. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».